Сарика Продакшн Студио. И забыла в зеркало глянуть, да? Я же после работы. А что? Я думаю, зритель сейчас тебя видит и думает, ну ничего, после работы, к концу рабочего дня к 7 подошла, ничего, выглядит, молодец, девочка. Вот. Потому что она хитрая. Она говорит, с работы пришла, на самом деле, да. 8 час, 7 часов, пришла Наталья Примич. Вот, опоздала по пробкам, да? Да. Все из-за пробок. Вот, она не потому, что она позже выехала, просто она опоздала из-за пробок, правильно? Правильно. Я вышла, как положено. Да, я просто перепроверяю это, да? Да. Вот, ставь слова. Как-то недавно Наталья Примич написала мне на WhatsApp: Алибек, а можно ли я спою, можно ли мне спеть эту песню? Прислала ссылку на песню группы А-студио. То есть это вообще песня не А-студио. Вот они сами А-студио меня просят с ними учить. Это песня Аллы Пугачевой 78 года, песенка про меня. А-студио уже в 10-х годах перепела, выкинула оттуда третий куплет, там три куплета, и сделала песню так же, как все. И поэтому «Кто не знаю» будем учить. Значит, ты сильно хотела? Да. Сначала захотела ее взрослая дочь, которая сказала: «Мам, ты вообще эту песню можешь спеть?» Она: «Да, могу и хочу». Да. И когда Наташа написала мне о том, что хочет песню эту спеть, она надеялась, что я ей резко отвечу: «Ты что, ты завязывай, ты на себя в зеркало смотрел». А она на себя посмотрела в зеркало, и я на нее посмотрел и в зеркало, и вот так вот, и понял, что надо начинать делать. А там будем смотреть. Что на свете всех удачи меняя. Кто не знаю, распускает слухи зря. Да, распускает, тоже рот открой. Распускает! Открой, вот я всем говорю. Распускает! Плоско поешь. Распускает слухи зря. Давай. А что ты так вот микрофон-то? Это только ты одна так делаешь. Давай, поехали. Кто не знаю, распускает. Нет, а это вообще даю совсем. Слишком. Кто не знаю, распускает. Кает. Кто не знаю, распускает. Слухи зря. Молодец, не достала. Распускает. Сразу, смотри, сразу в эту ноту. Ты в нее подъехала, а надо сразу. Кто не знаю, распускает, кает. Видишь, постоянно посмотри, что у меня. Кает. Кто не знаю, распускает слухи зря. Зря. Видишь? Видишь, там даже бэк. Зря. Зря! Да, ты же не поешь. Зря! Слухи зря! Слухи зря! Да, ты же так не поешь. Кто не знаю, распускает слухи зря. Что живу я без печали и забот. Нет. Нифига, мажешь. Что живу я без печали и забот. Бот. Ишь, ты вот так. А там конкретика ритмическая. Если ты хочешь фирменно ее спеть, ты должна это все делать. Сделаешь? Что живу я без печали и забот. Бот. Ну-ка вспомни. Что живу я без печали и забот. Да, молодец, только петухов не надо ловить. Не, подача не прекращается. Что живу я? Вот ты вообще, вот ты когда поешь, это жестко надо делать. У тебя динамическое вот это вот, как его, полотно, оно должно не проседать. Вот ровно идти. Ты встала на нее, да, динамика. Что живу, тебя преподала, и у тебя не кончается вот это давление из себя все время. Что живу я без печали и забот? То есть ты должна прям напрягаться всей головой, всем телом, всем чем хочешь.